Здравствуйте, дамы и господа, с вами Серега, мы продолжаем играть в Fallout 4, продолжаем любоваться рассветом. У нас наступает новый день, и мы отправляемся на поиски приключений. Первым заданием мы, наверное, сделаем все-таки поговорить с кем-то там у стены. Мы еще с пацаном общались в прошлой серии, да, что у него там какие-то проблемы. Так, а здесь у нас, смотрите, жихавку выращивают. Хованина. И вон стоит чувак, наверное, с ним надо будет пообщаться. Что-то... Я слишком ленив, чтобы пойти к мэн-мэнам. Да, нам ленивые скотины не нужны. А, вот с этим надо пообщаться. Это мэр здесь стоит, смотрите. Готовится, репетирует речь, наверное. Привет. Чё, как... Не трогай краску. Попробуй заставь меня. Будь повежливее, я же не какую-то хибару крашу. Это стена. Нашу великую зеленую защитницу надо уважать. Сдается мне, тебя нужно поучить уму разуму и хорошим манерам. Не хочешь немного поработать на благо общества? Может быть. Видишь эту краску? Ее можно достать только в одном месте. В Хозмаге, разрушенном магазине к западу отсюда. Принеси мне банку краски, и тогда в твоем кармане окажутся 100 крышек. Ну что, как тебе такая мысль? А помните, ребята, это была засада рейдеров. Мы там еще смешали краску, и этот зеленую краску я бросил. Я ее смешал и бросил прям там. 100 крышек? Ну, в принципе, неплохо. Давайте денег попросим. Отлично. Ладно, заплачу тебе 125 крышек. Больше денег. Добрый человек делает, что просит, не привередничай. 100 крышек, больше не дам. 125 ты мне обещал. Доставка краски будет сделана. Премного благодарен. Старый город в новом цвете. Найти в хозяйственном магазине краску. Храни Бог этот город, храни Бог стену. Ура! Аплодисменты, ребята! Все. Собака, чё не хлопаешь? Гавкни хоть что ли? Все? Мы всю речь прослушали. Ладно, окей, ребята, давайте. В этой миссии мы тогда отправимся в Хозмаг. Какие проблемы? Сходим. Прикольно же, краски принесем. Тем более там уже все зачищено. Давайте, вот сюда карта и Хозмаг. Да, зачищено, смотрите. Прикольно. Я себе такую хочу. Это в каком-то Фоллауте было, что можно было найти там, да, эту тарелку пришельцев и там найти. Так, Хозмаг. Где-то у дальней стены там стоял аппарат. Нужно было смешивать краску. Так, проверяем. Нам нужно... По-моему, желтая и синяя, да? Сразу проверим. Может быть, где-то еще валяется она. Так, где-то в подвале было. Так, это пустые ведра. Разбитая лампочка возьмем. Какая-нибудь еще краска тут есть? Вообще нет. Верстак для создания брони. Да что ты, в нем пусто. Шахтерская краска. Да, и где-то вот в подвале было это дело все. Так, посмотрим. Так, это куда? Фэнс. Это наружу, да? Здесь тайнички вот эти были, здесь ничего нету. Отлично. И где-то... Где-то было у них большое такое помещение. Да, вот здесь они там всяких торговцев скидывали. Но мы здесь уже бегали, да? И надо проверить, где еще... Вот тайник с крышками... Прикольно. Может быть, еще где-то восьмой шар. Нигде больше краска не валяется. Только там, около верстака, получается. А здесь? Здесь тоже пусто. Фэнс. Отлично. Ладно. Вот, зеленая краска, пожалуйста. Есть. Не обязательно смешать зеленую краску. Нам нужна синяя краска и желтая краска. Активировать. Сделать зеленую краску. Есть. Еще одну смешали. Вот еще желтая. Еще синяя.
Еще активировать. И чё? Синяя есть, а желтая банка с краской. Пустая банка из-под краски. А где желтую? Еще бы одну где-нибудь взять. Синяя вот я вижу, есть. А банка с краской это с какой? Вот. Ага, не катит. Так, предметы разные. Зеленая краска, да? Подождите, банка разная, хлам, банка с краской не нужна, синяя краска. Вот нам, то есть нам нужна зеленая. Ой, фу, да, получить зеленую, и нам нужно найти банку где-то с желтой краской. В идеале одну какую-нибудь. Здесь все проверил. Водку возьмем. Вдруг пригодится. Кому-нибудь замотаем. 28 патронов 50-го калибра, 2 психа. Некачественно как-то я полутал здесь все. Ну не вижу я здесь краски еще. Желтенькой. Желтенькой краски здесь, к сожалению, не видно. Там поверху можно побегать, что ли? Давайте заглянем. И высматриваем. Высматриваем. Тайник с крышками еще. Ментаты, берите сухарики. Так, собака, отойди. Нам нужно... Вот, ништяки еще. 10-миллиметровые патроны, водка, пачка сигарет. Патроны, патроны, короткий гладкоствольный стимулятор, водка еще. Отлично. Ну, не зря пришли, всякой фигни набрали, да? Банка с краской. Может быть, где-то здесь есть? Нет. Не вижу, поэтому... Синюю краску мы вот сюда положим. Вдруг найдем желтую, да? Все, погнали. Погнали, отдадим. Сейчас мы сразу на рынок прыгаем. Рынок Diamond City, канализация, рынок. Да, погнали. Так. 60 метров. Погнали. Поговорить с Бобровыми. Да какая... Бобров-то это же этот, Вадим Бобров. Который... Town with a great opportunities. Ну, вы помните, да? В баре там он. Вадима мы встречали, раздолбая этого. А вот... Пустая банка из-под краски. Ты снова здесь? Ну что, получилось добыть краску? Да. Это было нелегко, но все же мне удалось найти. Отличная новость. Давай, сделай первый мазок. Посмотрим, совпадут ли оттенки. Мы не договаривались так, мужик. Слышишь? Покрасить стену. Стена окрасить. Использовать зеленую краску. Оп. Как тебе? Красота? Хороший зеленый оттенок. Стене, похоже, нравится. Он псих. Плати. Вот, держи. Вот твоя плата и еще небольшая премия за нужный оттенок. Только распорядись деньгами с умом. Да я уж сам как-нибудь разберусь, дружище. Сколько мне дали денег-то? Старый город в новом цвете. А что не показывают, сколько крышек дали? Предметы. Но он все забрал у нас, да? 8100 крышек у нас, ребят. 8000, хорошо. Поговори с Бобровыми. И давайте, наверное, мы в церковь Троицы, наверное, сгоняем. Это где такое у нас?
Церковь Троицы. Да, погнали. И опыта неплохо так отвалили нам, да? Церковь Троицы. Заходим. Так бы можно было бы с супермутантами договориться, да? Такой. Так, братаны, вы сваливаете, а мы получаем за это дело крышки. Настольный вентилятор. Что у вас еще хорошего здесь есть? Так. Куча мяса, мешок с мясом. Тут что? Пустой. Так, сохранимся на всякий случай, а то мало ли какая фигня. Обгорелая книга. А где? Вот такие звуки страшные. Прям фильм ужасов. А где на стенах обычно висят эти? На стенах обычно висят такие штукенцы, где можно набрать медикаментов. Где они? Где они? Опа. Who's there? What's that? Так, а давайте первый выстрел мы все-таки... Так, а почему не помечает-то мне цели? Я, говорю, слышал что-то. Ох, ни хрена, у него там миниган, смотрите какой. Обалдеть. Вот тебе, дружище, мы... Вот так вот. Никого тут нету. Уничтожить супермутантов. Все, задание выполнено. Все-все, друзья. Никого здесь нет. Успокойтесь. Тихо. Никого здесь нет. Вот точно-точно, никого нету. Иди отсюда. Собака, тихо. Тихо, у нас стелс. Стелс-операция. Вас не видят. Но он рядом. Он еще ходит. Он там в бронекостюме, что ли, в каком-то? Смотрите. Испепелило. Никого тут нету. Да, собачка? Язык высунул, он довольный. Это же красота какая, да? Он подобрал пушку этого. Видели? Там какой-то здоровенный миниган у него. Надо будет это дело проверить. Ну-ка, ты где там ходишь? Он прям под нами бегает. А, это собака бегает, это которая... Все, я понял. Ты где там, псина? О, сейчас выскочит. Сейчас выскочит. Лови ее. Да все, не кричи, не кричи. Все, все. Все закончилось. Мясо гончи мутанта. Обгорелый учебник. Проверяем, что у вас тут есть. Ничего у вас тут нету хорошего. Пошли посмотрим на миниган. Обгорелый учебник. Так. Крышка. 104 крышки, ребята. Хо-хо-хо-хо. 75-миллиметровых патронов. Вообще пойдет. Заряд плазмы, винт, плазменный пистолет, лапа когтя смерти. Ну, миниган мне не нужен. Крышка. 505-миллиметровых патронов, ребята. 500. Патрон калибра .38. Мясо когтя смерти. Автоматический, тактически дробящий миниган. У этого просто миниган. У этого дробящий какой-то миниган. Психа. Берем. Ну, вот это... Вот это, конечно, штукенция. Но она мне нафиг не нужна. Она мне нафиг не нужна. Так, и вот здесь кого-то мы испепелили. Дрын. Шкура, мясо, зубы. Эй. Собака. Не мешайся. Это они в этом котле хавку себе пойло готовят.
Из человечатины, по-любому. И вот эти вот ящики как-то же можно открывать, ребят. Не подскажете мне случайно, как вот их... Как вот их открывать? Не, по-моему, бесполезно. Антирадин, вишневая, беличи, сухарики. Это что такое? Открыть легкий. Тут, в принципе, можно еще чекнуть все. И проверить. Но я думаю, что... Так, патрон дробовика. 15 патронов. Всякая шляпа. Череп. Невозвращенная книга. Отлично, берем. Эти невозвращенные книги, они иногда нужны в этих, в разных библиотеках есть аппараты специальные. И иногда там бывают всякие разные штучки. Я одну книжку медицинскую таким образом вытащил. То есть сдаются вот эти невозвращенные книги, получаются за место них жетоны. А вот на эти жетоны уже можно покупать всякие плюшки, которые там продаются. И, соответственно, плюшевый мишка, игрушечная машинка, кубики. Вот, и поэтому книжечки эти достаточно редко встречаются. Два стимулятора опять. Но я говорю, у меня стимуляторов вагон. Просто вообще никаких проблем нету с этими стимуляторами. Антирадин, мясо брамина. Берем. Точно так же, как и с антирадином. Мягкая подушка, молотки, всякая хрень. Так, тут какая-то кафедра, смотрите, у них. Шахматная доска. Обгорелые книги. Мне бы невозвращенную книгу какую-нибудь, где-нибудь. Нет, здесь, по-моему... Здесь, по-моему, какая-то... Какая-то фигня здесь одна. Все, на выход. Здесь что? А, ну по этому маршруту собака к нам прибежала. Да? Обгорелая книга. Да. И еще наверх можно подняться, кстати. Давайте. Давайте сходим, посмотрим. Так, тут целый этаж. И вот здесь вот еще можно подняться, да? Вино берем. Обгорелая книга. Фаршированные яйца. Здесь что-то в обнимку какие-то кренделя лежат. И вроде как все, да? Окей. Теперь по этому этажу пробежимся, посмотрим, что здесь есть. Обгорелая книга. Бухали, сидели и померли. В обнимку, в церкви. Открыть сложный. Вот здесь вкусняшки прячутся. Отлично. Так, секунду. Эть, не вышло. Вот так. Отлично, 20 опыта. Вино берем. Патрон дробовика. Калибр 44. Плазменная граната. Вино. Вино. Еще вино. Ментаты психа. Это все продадим. Большая бутылка с соской. Обмотки для запястья супермутанта. Ну, пожалуй, это мне не надо. Ну все, я в принципе сильно сомневаюсь, что здесь еще что-то есть. Мы вот это... Мы вот это проверили и в принципе все на... здесь, да? Чудо-клей, зажигалка. Возьмем, пожалуй. Прикольно. Все, погнали. Погнали на выход. Так, здесь я был уже. Выход где-то там, да, у нас? Опа. Так. Выходим. Открыть бэк-бэй. Информация. А где выполненное задание? Кто нам... На-на-на-на-на-на... Музей ведьм Салема. Далековато. Далековато.
Осмотреть зону боевых действий. Карта. Где? Вот, да? Боевая зона какая-то. Hubris Comics. В принципе, недалеко. Можно и прошвырнуться, и туда сходить, да? Куда-то вот в ту сторону нам. Погнали. Trinity Tower. Обнаружено. Но нам нужно куда-то вот туда. Кто там стреляет? Там, смотрите, с применением автоматического оружия боевые действия идут. Погнали. Идем, 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 идем. Патроны. Вон, вон, вон. Штаб-квартира корпорации Wilson Atomatoys. Как-то вот так вот. О, это уже по нам работают. Это уже по нам кто-то пытался работать. Какие-то рейдеры живут, да? Так, ну мы не сюда вообще шли. Мы двигались... Вот мне чем и нравится Fallout. Можно вот так вот в город куда-нибудь выйти, да, в какой-нибудь, и развлекаться. Здесь всегда есть чем заняться. Какие-то движения, какие-то перестрелки, кто-то с кем-то что-то возится. И мы двигаемся. Театр. Театр какой-то. Так, 40 метров. Давайте подойдем. Наверное, нам скажут, что мы его открыли. Театр Уоррена. Нет, нам, к сожалению, не говорят, что мы его открыли, этот театр. Но мне просто метку поставить, чтобы мы потом могли, если что, быстренько сюда перемещаться. Нет, к сожалению, что-то... Ха? Кто это сказал? Ха? Ты это слышишь? Вон он ходит. Ну-ка мы вот с этой пукалки. Вот так вот. Вот так вот. Кто еще? Выходи по одному. Правильно, куси его. Куси его. О, там еще турель даже есть. Собачка, держись. 42 очка опыта за турель. Ой, за турель, я говорю, за рейдера. Быдыщ. Так, что в нем есть? Осколочная граната. Боевая броня, всякая хрень. Так, еще два рейдера где-то сверху бегают. Это что за... Понавешали тут. Слепит. Слепит какая-то фигня. Вот это берем. Это полезные штукенцы. Погнали, залезем, посмотрим, поздороваемся. А то ребята здесь скучают без меня. Круче только яйца, давай. Давай, сейчас, подожди, залезу. Сейчас залезу, поговорим. Крышка, патроны, стимулятор. Желтый летный шлем. Сейчас, сейчас, я уже почти пришел, парни. Подождите. Вон он. Привет. Еще кто-то где-то был. Собачка, подожди. Get some, motherfucker. Иди сюда. Не пробивает это стекло. Собака, ты где, с кем воюешь? Готов. И собачка наша вниз, похоже, улетела. Стимулятор. Отлично. Двигаемся. Двигаемся. А я? Кто стреляет? Готов. Собака с кем-то воюет там у нас. Здорово. Рейдер-босс. Смотрите, ребят. Рейдер-босс. Заходим, заходим. Как тебя?
Ты-ды-дыщ. И критическая атака. Ты-ды-дынч. Готов. Готов, Максим. Так, водка. Собака, разбирайся там пока. Стрелковый, точка 50, снайперский карабин. Берем. Да хорош бить мою собаку. Слышь? Дынч. Свободен. Собачка, молодец. Оружейный верстак, пожалуйста. Самодельный аккумулятор. Короткий гладкоствольный с патронником карабин. Разберем. Что еще есть? Плазменный пистолет. Но у меня, по-моему, такой есть. Разбираем. Стрелковый точка 50. Это в 50-й калибр, ребята, можно переделать. В принципе, да? А, ресивер калибра 50. Вот он в самом низу, смотрите. Он в самом низу. Можно... А, как сделать? А, у меня не хватит ресурсов, чтобы это... Да плевать тогда вообще. Вон сколько мы всего тут получим. Разбираем. Выйти. Погнали. Погнали, посмотрим, что там рейдер-босс спрятал еще хорошего. Так. 24 патрона. Бурбон. Вино. Крышка, еще 50-е. Еще броня, стволы. Что у вас еще есть хорошего? Все на этом. И мы так и не дошли, в принципе, до места назначения, да? Так, здесь бейсбольный биток. Психо... А что такое? Что повисло? Психоизолента. Тесак. О, нифига, можно туда прям как Ямакаси скакануть, что ли? А если не долетишь? Ну, у меня там еще осталось непроверенное место. Поэтому мы как Ямакаси прыгнем вот сюда. О, тыщ. Так, здесь поспать можно. Винт ментаты. Забираем. Здесь всякая фигня. И, в принципе, все здесь с рейдерами, да? Закончили. Ну, давайте проверим. Мне просто интересно. Так вызывающе здесь эта площадка сделана. Ну-ка. Так, сохранимся на всякий случай. Погнали. Отлично. Антирадин. Алюминиевая банка. Хорошо. Так, и в принципе здесь... В принципе здесь вроде как все, да? Как теперь отсюда слазить? Вот так вот. Вот так вот. Собака, прыгай. Пойдем. Двигаемся, двигаемся до какой, до нашей точки назначения. 30 метров. 30 метров. Тут такое замануха такая стоит. Бутылка рома, пожалуйста. Так, 23 метра туда, в ту сторону. А мы вообще куда идем? Куда идем мы с пятачком? Инфа. Осмотреть зону боевых действий. Окей. Чего? Такое. Чего? Чего? Да ничего. Другой такой. Кто здесь? А никого нету. Вон он. Готов? Тихо. Его. Рейдер мусорщик, никуда ты не уйдешь. Да я и не собирался. Есть. Откуда работают? Хедшот. Патрон, короткий боевой карабин. Это все шляпа, да? И вот она, комбат зона. Сейчас мы туда зайдем. Очки сварщика. Сейчас только вот этого проверим на предмет наличия патронов. И можно залетать, да? Да, в принципе, все. Наверх. Нет, наверх. Наверх дороги нет. Такая платформа на лифт очень похожа. Пойдем, песик. Пойдем. Пойдем, мой хороший.
Придется немножко пострелять. Прям призывная надпись такая. Комбат зоны. Сейчас мы вам устроим здесь комбат. Что-то такие звуки прям, как будто там... Как будто там прям их толпа. Прям большая толпа. Дверь открыть. Терминал средний. Мы пока так. Потом, наверное, война какая-то начнется. И некогда нам будет воевать. Открывать здесь все. Да ну, что, правда? Давай, уже попадай. Отлично, управление дверью. Открыть дверь. Есть контакт? Вы кто? Базов. Заходи, там о тебе позаботятся. Рейдер, залезь в карман. Что у тебя есть? Чё, ублюдки? Стимулятор. Как-то вот так вот, ребята. Ну чё, понеслась? Кто здесь? Так, ну-ка. А смотрите, они вроде как пока не враги, да? Или враги все-таки? Вон там они бьются, смотрите. Прикольно. Вас обнаружили. А это кто? Погоди, как ты сюда? Эй, приятель, давай-ка в укрытие, живо. О, все. Хоть... Все, ребятки, я понял вас. Я вас понял. Хедшот. Кто еще? Смотрите. Раздаем хедшоты. А по собаке по нашей работает. Все, песик, отступай. Отступай. Кто где? Выходите. I'm waiting for you. Дай. Сейчас ты умрешь у меня, дурочка. Есть, еще минус один. Ну-ка, выгляни в окошко. Да ну, что, правда? С дробовиком. Хедшот. И мы получаем 32-й левел. Вуаля. Хедшот. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. На-ка. На-ка. Есть контакт. Кто еще? 20 метров, но я его не вижу. С кием бегает, патрон для дробовика. Ну, есть, хедшот тоже прописали. Думаешь, это все? Нам тут неприятности не нужны. Новые, по крайней мере. Только высунься, трус. Да пошло оно все, я слишком красивый, чтобы погибнуть вот так. Так, нужно будет их, наверное, освободить, да? Бутылка виски, аддиктол, бутылка пива. Бутылка пива, да. Ох, тут сколько у вас всего. Сколько у вас тут всего. Я застрял. Я застрял, ребята. Да вашу дивизию-то, а? О, все. Эй, вы уже закончили убивать друг друга? Да, закончили.
Подожди, братан, я тут сейчас... Я сейчас тут немножко проверю. Грязная вода, кофейник, бутылка ликера, бутылка пива. Нафиг не нужны, но... Чтобы было видно, что я здесь побывал. Бутылка ликера. Блин, щербатая миска, мне нафига. Ты заткнешься, нет? То я тебя сейчас сам пристрелю. Дайте подняться. 10-миллиметровый пистолет, противогаз, портупея, всякая фигня тут. Заткнись, мужик. То сейчас сам пристрелю, реально. Ты кто? Крышка, патроны. Все, и кто-то еще сверху был там. Сейчас мы здесь все проверим. Коробка сигар. Довоенные деньги. Довоенные деньги еще. Зубная паста. Ну, как-то вроде все, да, ребята? Особо вкусного здесь я ничего не вижу больше. Ну и грязная водичка вот. Так, тут ничего вкусного. Пюре, наливные яблоки. Это, по-моему, все полный порожняк. Собачка, пойдем. Пойдем дальше. Нам нужно еще бы залезть наверх как-то. Как-то нам нужно залезть наверх. Боевая броня. И здесь что такое у вас? Медикаменты. Кастеты, боевые ножи. Косторезы, штативы. Здесь химлаборатория. Первая помощь. Ну-ка. Вот так вот. Чищенная вода, два стимулятора. Еще два стимулятора. Ну, на беспптичье и жопа соловей, что называется, да? Разводной ключ, дрын, тесак. Тут всякие ништяки для того, чтобы в рукопашную биться. Так, еще я хотел вон туда как-то попасть. Вот здесь вот, да? Крышка, патрон. Патрон, стимулятор. В принципе, отлично. Отлично, тыква. А в тыкве медикс. Медикс и винт там лежит, я вижу. Винт. Отлично. Здесь что у вас? Где-то тут еще рейдер валялся, кстати. О, куда тут можно залезть-то, ребята? Тряпки с капюшоном. Тряпки с капюшоном. Какие-то скелеты дохлые. Так, здесь что? Вишневое ядерколо, крышка. Коробка с боеприпасами. Великолепно. Там мы так по-быстрому все проверяем практически, да? А если полностью все, ребята, лутать, это же вообще очень долго получится. Крышка. Тут, смотрите, прям диджейский пульт у него. Прям вообще красота. Хорошо живут. Да, закончили. Все, я уже иду. Я уже иду, братан. Здорово. Как с тобой поговорить-то? Где у вас тут ворота? Все закончилось? Но могло быть и хуже. О, какой ты страшный-то, а? По-моему, вышло неплохое представление. Ты что, под кайфом? А, зачем я вообще спрашиваю? Конечно, ты под кайфом. Но я же все равно победил, а? Ты измотана, ты теряешь концентрацию. Конечно. Тебе беспокоиться не о чем. Похоже, мы только что обанкротились. Даже не знаю, то ли расцеловать тебя, то ли скормить твои кишки моей пташечке. Я же просила так меня не назвать. Так.
вообще никто такие. Вы мне обязаны жизнью. Могли бы и спасибо сказать. Спасибо. После того, как мы остались без источника средств к существованию, ну уж извини меня за то, что не спешу приветствовать. Это были не самые дружелюбные люди, но наше заведение существовало только потому, что развлекало этих идиотов. Да пошли они нахер, новые придут. Сейчас немного отдышусь, и можно будет продолжить. Отдышишься? Что? Для чего? Чтобы вколоть себе еще одну дозу этого дерьма? Нет. Знаешь что? Кажется, так даже к лучшему. Тебе удалось увидеть финал боя. Что думаешь о Кейт? Почему ты спрашиваешь? Мне просто любопытно, что ты думаешь об этом бое? Давайте похвалим. У Кейт талант. Это сразу видно. Видишь, люди сразу понимают, что у меня талант. Меня беспокоят не твои боевые качества. Вот моя проблема вкратце. Я внезапно лишился зрителей, а нет зрителей, нет и крышек. А если ты не приносишь мне крышек, пташечка, то ты не статья дохода, а бремя для меня и для самой себя. Поэтому я подумал вот о чем. Может, я уступлю тебе ее контракт, она пойдет с тобой, будет тебя прикрывать. А я тем временем все тут починю и сделаю в лучшем виде. Ну, что скажешь? Я с ним. Почему? Ты хочешь, чтобы она пошла со мной? О, удалось, смотрите. Да, Томми, что это ты вдруг решил от меня избавиться? Слушай, это дерьмо в твоих венах не делает тебя лучше. Ты стала менее осторожна, а я не хочу быть тем, кому придется произносить речь на твоих похоронах. Так что окажите мне эту услугу. Оба. Пожалуйста. Давай. Мне поддержка не помешает. Давайте, заберем ее и отправим в замок. Отлично. И еще, вот возьми, призовой фонд за прошлый бой. Плата за истребление вредителей. 100 крышек. Секундочку. А чем ты тут будешь заниматься без меня? Насчет меня не беспокойся. Я тут все приберу, может, привлеку менее злобных клиентов. Ну все, убирайтесь отсюда ко всем чертям. Тебе здесь больше не рады, пташечка. Какая же ты сволочь, Томми. Мне можешь об этом не говорить. Прикольно. Кейт. Кейт, пойдешь со мной? Моя сладенькая наркоманка. Ну что, пора в путь? Да, давай обменяемся. Тебе что, банк? Да, конечно. Краснодеревный бейсбольный биток. Надо будет ее принарядить. Да, пошли, выдвигаемся. Да куда ты идешь-то? Стоять! Выдвигаемся. Не смотри на меня, мелкий грязный кротокрыс. Псину. Мелкий грязный кротокрыс. А почему мы в замок не можем ее отправить, собачку свою? Я хотел просто отправить ее... Ну давай в Sanctuary Hills, что ли, отправим. Кошмар. Давайте в красную ракету отправим, там ее проще будет найти. Псин отправился в поселение, стоянка грузовиков, красная ракета. Отлично. Так, ты идешь? Эй. Пошли. О, еще аддиктол. Круто. Еще грязная вода. Отлично. Пошли. И чё ты расселась? Пошли, говорю. Пора уже воевать. А чё она у меня сбитый будет бегать? Как-то несерьезно. По-моему, тесак вот есть. На тебе. Где ты ходишь? Вон она. На тебе хоть тесак, что ли? Эй. Давай. Тесак. На тебе, пожалуйста. Во. Ну чё, пошли проверим тебя где-нибудь. Твои боевые навыки в действии. Да, и у нас уровень, это хорошо. Так. И
Что-нибудь бы ей нарядить. А что у нас есть? Оружейный верстак. Да, кстати, давайте посмотрим. У нас есть большой джим, дамаг 20, да? 16. И у меня топор был какой-то, ремонтный выкидной нож. Вот, топор Грогнака. Берем. Вот этот мы разбираем. А топор Грогнака я почему-то не могу улучшить, да? Лодочный домик Таффингтона. Помочь защитить. Так, ты где? Лошадь моя. Иди сюда. Ну, конечно, я должна твой хлам таскать. Да заткнись уже. На, топор тебе я даю. Крутяцкий топор. На. Юзай. Смотрите, это 25, это 22, это 40. Во, пошли. Все, пошли на защиту. Лодочный домик какой-то. А, информация разная. Лодочный домик Таффингтона. Помочь защитить. Куда это? Это вот сюда. Погнали. Ой-ой-ой-ой-ой. Да? Хорош. Легендарный стрелок. Кто там стреляет? Кто? Быдыщ. Быдыщ. Свободен. Так, есть. Стимулятор пошел. Легендарный стрелок. Быдыщ. Нифига, на стопора-то ей. Готово. Вот так это делается. Пошли. В туловище работаем. Ага, не можем работать. На, я стопора, мочи ее. Давайте посмотрим. Поможем. Ни хрена, у нее топор. Вот этот терминатор. Вот это мы ее вооружили, да? Солнечные очки. Отлично. Просто отлично. Так, легендарный тут стрелок был у нас. Счастливая кожаная броня для туловища. Берем. Плюс 2 к удаче. Ядерная батарея, шпилька, резинка. Стрелковый усиленный, огненный, лазерный, что-то там. Боевая броня для левой ноги. Берем. И какая-то портупея стрелка. Во, отлично. И где-то еще один валялся у нас. Вы кто? Поселенец. Ядерная батарея, мутафрукт, предохранитель. Так, где ты, моя? Иди сюда. Иди сюда. Оружие. Боевая броня для левой ноги. Отдаем. Солнечные очки отдаем. Счастливая кожаная броня отдаем. Портупея стрелка. Одна защита всего лишь, да? Ммм, секси. А она в чем ходила? Корсет Кейт. Один выносливости всего лишь. Ну, оставим. Вот наденем ей вот это. Солнечные очки наденем. На туловище наденем. Выносливость, да? Ну, мне кажется, это... Ну, вот уже что-то походит на правду, да? Кажется, мне что сказала? Погнали. Так. Ну, вроде как все, ребята. На этом, я думаю, что будем заканчивать. Кейт мы нашу принарядили немножко. И собачку я хотел обратно свою взять. Где? Она у нас в красной ракете была, да? Попробуем эту Кейт отправить в замок. Ну, собака почему-то не хочет у меня в замке сидеть. Собачка, ты где? Ты где, мой маленький? Эй, бой. Пойдем. Come on, boy. Пойдем, мой маленький. И эту... А эта лошадь в замок не отправляется, смотрите. Кейт мы в замок отправить не можем. Почему, я не знаю. Ну иди тогда в Sanctuary Hills тогда. Да, иди. If dog meat gets you killed, I'm turning him into a fur coat.
Ты не ругайся, а вали туда. А мы с собачкой тем временем продолжим путешествие. Все, ребята, на этом я с вами буду прощаться. Увидимся в следующей серии. Мясо прибежало. Все, увидимся с вами в следующих сериях. С вами был Серега. Всем счастливо, всем пока-пока.